три, четыре. Первый. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сошли. Второй. Три, четыре. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если не становишься, то ты сошла и опять раскачиваешься. Сошла, опять, пока я считаю до восьми. Третий. И один, колени вместе, два, три, четыре, колени вместе, пять, шесть, семь, восемь. Сошли, отдышались. Готовы, еще один, четвертый, три, четыре, и один, два, колени вместе, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, молодцы. В пары помогаем друг другу поработать со спиной. Три, два, один, ноль. Будешь делать? Тебе погнуть спинку? Хорошо. Так, кому нужно на вытяжку, можно подойти к станку. Разойдитесь немного дальше друг от друга. Кристина с Ярославой сейчас еще доделают. Угу. Яна, ближе к центру стань. Хорошо. Выдержка назад. Правая. Два. Один. Ноль. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Сошли. Левая. Три. Два, один, ноль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ручки вытягиваем. Шестнадцать. Правая. Три, два, один, ноль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать,
14, ручки 15, 16. Хорошо. Левая. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Есть. Теперь в три линии станьте как обычно. Сейчас будет стойка. Жим к полу. Перекат назад. Подъем на носочках. Вопросы есть? Подбородком не бьемся. Кому страшно? Жим не делать. Просто в стойку. Свечка и сойти. Свечка и сойти. Свечка и... Хорошо? Без переката. Просто в стойку и стать. Договорились? 3, 4. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готовы? 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Еще вперед подойдите, пожалуйста. Там сзади не очень много места. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще вперед вернулись. Один раз еще. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Молодцы. Со скорпиончиком поработайте, пожалуйста, на локтях или на прямых, у кого уже как получается. 2 минуты, потом будем сдавать на отжимание. 2 раза. Сдавать на локтях. Если кому-то захочется, можно и на прямых постоять. А ты со свечкой возле стеночки работаешь, чтобы спина не гнулась, хорошо? Ну так, становишься в свечку, а потом ножки потихоньку от стеночки убирай, чтобы сама стояла. Голову поднимаем.